Во-первых, это мусульманское кладбище. Мы ходим туда навещать своих умерших. Вторая проблема. У нас наши паи, которые нам раздало государство по 24 сотки, находятся с этим сооружением. Завтра что мы будем там сажать? Что будут кушать наши дети? Ведь этот пепел, все будет сыпаться на поле, наверное. Это нарушены все нормы закона строительства. Нету строительного паспорта, во-первых. Люди не знают, что здесь строится. На каком основании выделили землю? И именно на территории мусульманского кладбища сегодня воздвигается этот объект. Поэтому это до глубины души возмущает. Здесь вон люди сажают огороды. Это все экологически вредно. Поэтому мы протестуем. Просим органы и муфтият, чтобы повлияли на власти, на прокуратуру, чтобы не допустить такого. Хотим дышать этими газами, этой пылью. У нас и так жара, засуха, мы и так задыхаемся от пыли, мы задыхаемся от этого винзавода, этого, потом асфальтные заводы, нам уже все надоело. Дышать нечем, ни зимой, ни летом. Так что против крематория мы. Если не будут предпринимать меры, мы будем жить, ночевать под этим крематорием. Почему-то в Ялте экологи запретили строить этот крематорий. А значит, у нас вот буквально под Симферополем, вот в селе, почему-то можно. Значит, там люди, а здесь не люди, получается. К крематориям отношусь положительно, то есть я приветствую. Но то, что он будет расположен рядом с моим домом, а живу я здесь, на Леонова, это первая улица, если смотреть, отрицательно, так как у нас преобладающий ветер всегда северный, и весь этот мусор будет вот именно у меня во дворе. Буду я им дышать. Мне очень неприятно. Я даже не могу передать, как мне это неприятно. С нами, с садоводством, никто не согласовывал, нашему председателю, нашему садоводству не приходила никакая бумага насчет того, чтобы, ну, соседствующие. Если люди делают межевание, каждый сосед знает своего соседа и подписывает ему документы. В садоводство никто не принес по закону, по дорожной карте, никто не принес эту информацию.